подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы видеть мои обновления на канале. Сегодня покажу упражнение для растяжки пальцев левой руки, которое нам пригодится во многих композициях. Рассмотрим пример. Прижимаем первую струну на пятом ладу указательным пальцем, играем первую. Далее мы мизинцем прижимаем первую на шестом, играем ее. Далее поднимаем мизинец, снова играем первую. Далее мизинцем прижимаем первую на седьмом. Далее поднимаем, снова играем первую на пятом. Далее на восьмом, поднимаем, на девятом, поднимаем, на десятом. Кто не может до десятого, может до девятого играть. Можно до восьмого. Со временем все растянется. Далее мы указательный также удерживаем на первой струне, на пятом ладу. Будем делать все то же самое, только безымянным пальцем. До восьмого лада, например. Старайтесь на струны не давить, прижимать ближе к металлическим порожкам, чтобы звук был более чистый. Далее то же самое, только средним пальцем. До восьмого лада. Можете поначалу до седьмого, как получается. Со временем все будет хорошо. Второе упражнение. Ставим указательный палец также на первую струну, пятый лад. Мизинцем мы прижимаем первую струну на девятом и первую струну на седьмом ладу, средним пальцем. Играем первую на девятом. Далее мы сдергиваем мизинцем первую струну. Получается, она играет на седьмом. Далее мы сдергиваем первую струну средним пальцем. Получается, она играет на пятом. Далее можно переместить эту всю конфигурацию через лад. Указательный на третий лад, средний на пятый, мизинец на седьмой. Также играем. Если в пальцах появляется какая-то тяжесть или напряжение, дайте руке отдохнуть, потрясите ей. Это очень важно, чтобы не переиграть руку. Как только у вас рука привыкнет играть в такой позиции, перемещаем ее еще через лад, то есть первую на первом прижимаем указательным, первую на третьем среднем и первую на пятом мизинцем. Играем то же самое. Кому надоели однообразные упражнения, можно сыграть маленький момент из композиции Кони Бергаль «Revolution». Только в этом случае мы будем играть без участия правой руки приемом «Hammer-on», то есть удар по струне. То есть мы бьем мизинцем по пятой струне восьмому ладу, далее бьем средним пальцем по четвертой струне шестому ладу, после этого бьем указательным пальцем по третьей струне пятому. Далее снова повторяем этот момент. Далее повторяем этот момент без третьей на пятом. Следующий момент. Мы бьем по пятой струне четвертому ладу. Далее бьем по четвертой струне шестому ладу средним пальцем. После этого бьем по третьей струне
восьмому ладу, мизинцем. Далее снова повторяем этот момент. Далее повторяем этот момент, только без третьей струны. Все вместе. Далее играем все то же самое, только поднимаем пальцы на струну выше. Далее мы должны играть пятую на шестом, но вместо этого мы будем играть третью на пятом. Еще это упражнение, помимо растяжки, помогает выработать независимость пальцев. Играйте медленно, скорость здесь не важна. На сегодня все, не забываем подписываться в группу ВКонтакте. Увидимся в следующих видео.